Здравствуйте, друзья! Хочу представить вашему вниманию модернизированный вариант моей модульной палитры для работы на планере. Палитра сохранила все возможности для студийного использования, но к ней добавились необходимые функции для работы на природе, включая возможность транспортировки свеженаписанной работы. В этом варианте палитра оснащена специальными очень прочными зажимными кулачками из бука. Они позволяют крепить палитру вместе с холстом к вертикальной рейке большинства видов мольбертов, фотоштативов и тому подобное. В частности, закрепление к выдвижной мачте фотоштатива обеспечивает самый прочный и надежный вариант крепления. Этот вариант крепления намного устойчивее и надежнее, чем закрепление на саму площадку фотоштатива. В нижней части палитры были добавлены две складные полочки для кистей и разбавителей. Эти небольшие полочки имеют все необходимые степени свободы для удобства работы. Кроме всего прочего, на угол холста можно закрепить муштабель для прорисовки деталей, видоискатель и легкий защитный экран от солнца. Этот экран скроет вашу работу от верхнего, бокового и контурового света во время работы. Также комплект хорошо дополняет двухсторонний столик для треноги, в котором предусмотрен вырез для стандартного литрового ведерка, вырезы для рулона салфеток и пакета под мусор. Вся конструкция может складываться в единый блок, включая возможность надежной переноски свежей работы. Более развернутую информацию о этой палитре смотрите в подробном видео и на моем сайте. Спасибо за внимание и всего самого наилучшего.